Серафа. Еще одна шикарная передача. Капков и Сятари. Что творит этот фин? Не позволяет он Владиславу Капкову забросить первую шайбу в карьере. Праворука. Действительно, ух ты, Сятари! Крайне редко сейчас в современном хоккее можно встретить, когда вратарь играет стеночкой. По игре провалили начало, но по счету все было неплохо. А вот теперь какое спасение Кари Сятари. Браво, Финн! Нужно не уступить в скорости. Сятари отбивает шайбу. Момент упорядочен, бросок в дальний угол. Когда Сятари уже перемещался, получился бросок в противоход. Не очень сильный, но все равно довольно опасный. Центр делает пас. Фер бросает от добивания Сятари! Выручает свою команду Ферамил возможность отличиться, но нет.